Сегодня в России отмечают годовщину воссоединения России и Крыма. На монументе славы жители Ленинского района организовали флешмоб в честь этой даты. Самое главное, мы вам говорим, мы так и в Ленинском районе живем. У нас акция, да, это живое воплощение, как мы всегда поддерживаем друг друга. Тем более, это такое знаковое событие, люди понимают это прекрасно. Здесь намного больше хотелось бы народу, мы уже просто просили там не так много собраться. Участники флешмоба переоделись в цвета российского флага и выстроились в форме буквы Z. А на «Локомотив-арене» состоялся большой патриотический концерт в честь праздника. На него пришли около 3000 жителей города. Сегодня мы совершенно по-другому оцениваем все то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелости жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.